Вот тут еще в парке, в детском парке Дракула есть. Ну, короче, это чуть в стороне. Ну, чуть-чуть к Дракуле не относится, но вот это, думаю, для детей. Все получше такое. Как сделано. Эскалибур. Блин, жарко. А тут арабы. Детские. Дети арабы играют в футбол. Ну, даже не знаю, что это было. Что-то украдено. Ну, что прикольно. Да, что они разбежались? А вот там другая какая-то фигня еще. Не, тема интересная, конечно. Ну, блин, если как для Дракулы. Не знаю. Ну, это лазить для детей. Тоже. А оно ж, ну, где, как ну, производится, это интересно там. Как ну, в другом месте видел. Как бы делается каркас и облицовывается, это ну, типа ну, не пенопласт, а какой-то ну, другой такой да, сам материал. Ну и как хочешь там, да, под камень делаешь, можешь под кирпич сделать. Так, ладно, еще посмотрим, что. Так, ну тут еще одна локация. Ну, явно не для детей, хотя с какой-то очередной, я не знаю, вот там сейчас вот ниже покажу, там у них какие-то, как сказать, полоса препятствий, вот. Но здесь так это просто из дерева, ну блин, не знаю для чего. Вот эта вот арка, но она вот покрыта этой самой, как ну, плиткой, вот как там внизу, из флагов. Тут еще вот такие. Лавочки. Так, ну тут, блин, солнце. Короче, это роза. Не знаю, будет видно, не будет видно. Ну, кованая, не кованая. Нет, литы. Так, пойдем. Ну, вот это вот полоса препятствия, не знаю. Детки бегают. Ну, а тут можно и ноги сломать. Потом вот такие штуки. У нас таких, ну, кабель катают. Прыгать можно. Но тут тоже под вопросом как-то. Или по горочкам прыгать, или, блин, не знаю. Вот такая шарада. Ну там дальше еще есть. Так, ну а потом дальше оно переходит на другую сторону. Я не знаю, кто вот будет смотреть, у кого может идеи будут. Ну вот вроде как полоса препятствий продолжается.
Ну и опять вот досмотр кабеля бобины. Опять какая-то штука с пружинами. Бежишь, так с лука пострелять. Кто детям выдают. Так, ну и дальше. Не, снимать тут, не снимать. Ну вот примерно даже так. Нечаянно оказалось. Так, тут велосипед, дети. Так, ну там 5 миллионов детей. А, вот там я с той стороны проезжал, там еще ожидаемо кафе мороженое. Так, ну что, на этом, наверное, обзор закончен. Ну что, место интересное, но название все-таки остается под вопросом. Ну ладно, всем пока.